Всем привет! Каждую пятницу мы делимся с вами самыми заметными корпоративными новостями уходящей недели. Топ-5 событий, о которых стоит рассказать, в еженедельном обзоре Центра информационных технологий. Поехали! «Беларусьнефть от А до Я» – не просто фраза, а концепция торжественного вечера в честь нашего профессионального праздника. Состоялся он в Речицком дворце «Нефтяник», где собрал работников компании со всех регионов страны и Западной Сибири. На сцене каждая буква алфавита олицетворяла определенные аспекты жизни «Беларусьнефти» и творчески раскрывалась артистами. Еще один приятный сюрприз – заслуженные награды. Их удостоились более 60 наших коллег. Больше фото и видео в корпоративных СМИ. Нефтяной столице Беларуси 810 лет. Юбилей Речицы преобразил город. На его улицах развернулись интерактивные площадки, выставка техники и масштабное шествие трудовых коллективов. Нефтяники проявили себя не только в торжественной колонне, но и в спорте. Забег в честь праздника завершился победами работников компании. Также наших людей отметили дипломами Речицкого райисполкома на церемонии награждения в центре города. Поздравляем! Все детали на инфоплощадках предприятия. В новый нефтяной год с рекордом. За август светлогорские буровики, а именно бригада номер один под руководством Александра Петровского, преодолели почти 4300 метров горных пород. До этого первенство принадлежало третьей бригаде, мастер Алексей Харин. В мае 2023 года она пробурила 4 километра недр. Коллеги, так держать. Дай 5. За опытом в Беларусь делегация российской нефтегазовой компании «Зарубежнефть» познакомилась с основными направлениями работы нашего предприятия. За 2 дня коллеги посетили центр исследования Керна, лаборатории «Белнипинефть», а также Речицкое месторождение, где увидели операции по многостадийному гидроразрыву пласта. Еще одна точка маршрута – буровая установка эшелонного типа. Продолжаем развивать белорусско-российское партнерство. К слову о международном сотрудничестве. Управление по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров «Беларусьнефти» разработало новую образовательную программу. Она включает профессионально-культурные стажировки зарубежных специалистов. Первыми ее опробовали работники Национального исследовательского университета МЭИ из Москвы. Для них подготовили мастер-классы, семинары-тренинги, обучающие визиты на промышленные объекты компании и знакомство с достопримечательностями Гомельщины. Подробности на медиаресурсах «Беларусьнефти». Лучшая среди более чем 1500 автозаправок. Речь об АЗС номер 10 предприятия «Беларусьнефть» «Минск автозаправка». Ее команда стала лидером профсоревнований между коллективами заправочных станций нашей компании, за что получила накануне награды. АЗС ввели в строй 2 года назад после масштабной реконструкции. Здесь водителям предлагают 5 видов топлива и весь спектр сервисных услуг. Так держать. И корпоративный анонс. Уже в эту субботу в Речицком дворце «Нефтяник» состоятся соревнования по нардам и боулингу. Конкурсы объединят работников разных подразделений «Беларусьнефти». Детали в нашей ленте новостей. Новая порция ярких событий компании ровно через неделю. Только вперед за новыми достижениями. «Нефтяник», ты молодец. Дай 5.